Привет всем, меня зовут Леонид Альков, я исполняю авторскую песню для своей дочери Киры, которая хотела, чтобы я выступил в этом конкурсе. Беспечность зажигает в сердце пламя, на ресницах шепчет имя, чье-то имя в чьей-то сказке, никому не нужной ласки. Шепчет имя, чье-то имя, в чьей-то сказке, никому не нужной ласки. Зажигает сердце пламя на ресницах, шепчет имя, чье-то имя, в чьей-то сказке, никому не нужной.